Более 2 миллиардов рублей будет выделено в 2013 году в России на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Некоммерческим организациям будут представлены субсидии на проведение конкурсов, по результатам которых будут выплачены гранты на осуществление проектов в области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры, охраны здоровья и окружающей среды, а также защиты прав и свобод граждан, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий. Важно отметить, что в 2013 году значительно увеличена сумма, выделенная на поддержку некоммерческих организаций, но сокращены сроки приема заявок. Подавать их можно уже сейчас и до 15 июля. Итоги конкурса будут подведены 23 августа.